Ну що ж, доброго ранку, друзі. Сьогодні ми в студії для вас працюємо Сергій Жуковський та я, Наталія Шмурко. І вже ми дійшли до тієї години, коли ми смакуємо смачну ранкову каву разом з вами, можливо, з кимось і чайок. Але то не міняє всієї суті того, що у нас буде зараз дуже цікава розмова, адже в гості до нас завітала нутриціолог та дієтолог Ганна Антонова. Доброго ранку. Доброе утро. Да. Товариство, хочу нагадати перед тим, як ми почнемо спілкуватися, що ви можете долучитися до нашої трансляції своїми коментарями, які ми залюбки зачитаємо із нашої сторінки Армія ФМ у Фейсбуці. Саме там відбувається ця трансляція. Тож писіть, цікавтесь. Я взагалі от нутриціолог, правильно сказав? Так, так, от таке дуже цікаве слово. Нове слово. Я сьогодні для себе вивчив. Дуже дякую вам за те, що ви завітали нам в гості, до нас в гості. Зараз ми і про вашу професію, і взагалі от про цей раціон харчування, бо особливо для військовослужбовців це мега актуальне, як там правильно харчуватися, як притримуватись. Хоча дієти для них певні передбачені заздалегідь продовольчої служби. А я б хотіла якраз перше запитання так і задати. Чим відрізняється нутриціолог від дієтолога? Чи це тотожні поняття? Да, сейчас это очень актуальная тема, потому что специалисты есть и те, и другие, и люди часто не понимают, куда обращаться. Давайте разберемся и сразу разделим, что диетологи были давно. Изначально это были врачи, это специалисты с высшим медицинским образованием, которые занимаются вопросами терапии, лечебного питания больных или здоровых людей. И диетология, она больше занимается именно рационом, то есть белками, жирами, углеводами. То, что мы получаем вот самой базовой пищи. А нутрициология – это уже, можно сказать, пищевая химия. Угу. И нутрициолог может быть не обязательно врач, это может просто быть специалист, который глубоко изучает продукты питания и разбирает их не только на белки, жиры, углеводы, но и на витамины, минералы, биологически активные вещества и другие группы более таких мелких точечных элементов. Угу. Дуже цікаво, я вже практично зрозуміла. Тобто нутриціолог, в принципі, може відслідкувати склад тих чи інших продуктів вже готових, які в супермаркеті там є, так? Да, поэтому если, например, диетолог будет смотреть состав продукта, ему будет интересно, какая там мука, какие углеводы были задействованы, какой там цельнозерновой продукт или наоборот рафинированный, нутрициолог может оценить именно уже состав весь по ешкам, по каким-то антиоксидантам, по красителям, консервантам. То есть вот пищевая химия, как она есть. Угу. Дуже цікаво. По ешкам. Ешки – це перелік того, що входить. Да. Боже, я думав, якщо є от ця абревіатура, ця буквочка, то це значить, що от все, його там не можна, що це от суцільна хімія-хімія. На самом деле там есть целая группа достаточно безопасных и даже веществ, несущих некий такой вклад в организм. Это могут быть, например, органические кислоты, которые встречаются в тех же овощах, фруктах и зелени. Как лимонная, янтарная, молочная кислота. Это вещества, которые являются антиоксидантами. И, например, когда мы съедаем их с продуктами, мы получаем очень такой хороший оздоровительный эффект. Но вот в пищевой промышленности эти вещества используются как естественные консерванты, которые продлевают срок годности продукта и борются с какими-то патогенами. Поэтому в целом можно уметь разбираться, но не все ешки на самом деле такие важные. Ага, тобто якщо в складі там є Е, то це не завжди дуже погано. Не всегда. Угу. Це треба така ціла наука, треба собі записати в блокнотик, які ешки можна, а які не можна. А я могу, да, лайфхак посоветовать, угу. Знаете, как, а какие ешки, да? Если вы смотрите, как вот диетолог бы смотрел на состав продукта, если вначале нет откровенно сахара, каких-то красителей, каких-то трансжиров, маргарина, вот, а потом ешки, вот, то в целом, если это более чистый продукт, но есть какие-то ешки, он может быть более безопасным. Если же в составе все, что я перечислила, и там еще целая группа ЕЕЕ, скорее всего, там будут и как раз те, которые лучше исключить из рациона. Угу. Правильне и здорове харчування. Воно яке? Це правда, що потрібно для здорової нормальної людини і для її функціонування завжди вживати хоч раз в день суп, борщ або ще щось рідке? Чи це такий міф? Я бы сказала, что это уже особенности кулинарии, да, а не диетологии, потому что диетология, опять же, в рекомендации своей заключает такую историю, да, что в порции должны присутствовать белки, жиры, углеводы.
потому что белок – это незаменимый строительный материал, жиры – это 50 на 50 материал для строительства клеток, мембран, гормонов, и энергия, и углеводы – это энергетический ресурс. То есть, обратите внимание, один другой заменить полноценно не может, они должны присутствовать все всегда втроем. Угу. Вот это такое главное правило. А дальше давайте смотреть, то ли это будет каша с каким-то мясом и салатом, либо это будет суп, в котором также есть какой-то углевод в виде картошки, например, либо фасоли, и есть белковый компонент, и овощной. То есть это уже вопрос больше предпочтений конкретного человека. Угу. Що краще вживати на сніданок? Яєчню, вівсянку, пластівці, що фрукти. Краще, так, фрукти. Що краще вживати на обід все ж таки? І що краще вживати на вечерю? Як розділити групи продуктів на такі, щоб максимально користь взяти від них? Угу. Вот, смотрите, тоже правило. В тарелке должны быть три компонента. Опять еще один лайфхак для легкости, чтобы определять, что это такое перед нами. Белки, углеводы, жиры. Смотрите, слушатели тоже запомните, в магазине делать выбор очень легко. Когда вы смотрите, если это выросло из земли, это крупы, это гарниры, это овощи, зелень, это углевод. Углеводы всегда растут. Если это продукт животного происхождения, либо имеющий отношение к животному происхождению, яйца, молочные продукты, сыры, мясо, рыба, морепродукты – это белок. И вот и завтрак, и обед, и ужин желательно, чтобы состояли из этих компонентов. Ну, плюс овощи всегда, да? Угу. Вот, поэтому, а дальше уже такой интуитивный немножко подход, что вот вам вкусней. Например, овсянка, угу. Но вы понимаете, что это только углевод. Какой белок вы хотите к нему добавить? До вівсянки? Да. Можливо, якісь горішки, чи це не білок? Ну, ні, це більше такий елемент, продукт цельний, собраний із жиров, білков. Углеводів. Ну, для мене білок відразу яйця. Ну, яйця до вівсянки, я дуже не можу уявити це все. А що ще білок? Що можна до овсянки? А от, смотрите, я в тому числі працюю з пищовим поведінням, і от те, що ви зараз озвучили, це часто не сформована привичка. Тому що у нас всіх є такі пищові стереотипи. Да? Я не привик їсти там от, білки какие-то, навіть яйця на завтрак. Или я не совмещаю там м'ясо з кашей. И это все, кстати, такие привычки, над которыми нужно работать, потому что в здоровом пищевом поведении они развиваются еще на этапе первых там 4-5 лет. Вот, и взрослый человек должен здесь понимать, что есть такая некая грань между тем, как нужно было бы организму, и тем, как он любит. Поэтому все-таки, если вы очень любите овсянку, какой-то источник белка для здорового питания, к ней нужно найти. А смотрите, а как насчет, например, овсянка с тем же яйцом вот в смятку или с омлетом? Это достаточно такой сбалансированный классический завтрак, который часто встречается на шведских столах, в какой-то вот в лечебной тактике, в терапии. Угу. Ну, я навіть не задумалась над цим питанням, просто особисто для мене це якось такі непоєднувані продукти. Угу. Можливо, якщо спробувати і там якось за 14 днів виробити таку звичку, то я, можливо, і спробую поїсти, але так я собі не уявляла до сьогоднішнього дня, що все ж таки люди так їдять. На самом деле їдять, і привичка формується не тільки от за 14 днів, може швидше, знаєте, коли? Коли організм дасть ефект. А эффект будет заключаться в более долгой сытости и в более комфортном самочувствии. Потому что именно вот это грамотное сочетание продуктов на тарелке в виде белков, углеводов и овощей, оно формирует более долгую сытость. Потому что белок дает объем в желудке, а это один из первых таких вариантов, когда голод наступает, ну, все знают, да, когда начинает урчать живот, когда неприятные спазмы. А углевод, в том числе вот каша, которую мы обсуждаем, она дает повышение уровня сахара в крови. И вот эти два компонента будут насыщать надольше. Угу. А якщо, наприклад, людина, ну, бувають різні ситуації, не встигає, наприклад, поснідати або пообідати, от в неї буде тільки один прийом їжі, вона знає, ну, там купа справ. А що краще з'їсти, щоб не нашкодити організму? Угу. Не навредить, ну, здесь в любом случае пища будет такая с благими намерениями, потому что голод – это неприятное, да, такое чувство для организма. Если нужно долгое
сытость, это обязательно в порции должны быть грамотные жиры. То есть если это белок, если это какое-то мясо, рыба, морепродукты, это не должна быть постная продукция. Желательно, чтобы если тогда это мясо, оно было более жирным, если это рыба более жирная, да, либо с добавлением каких-то таких внешних источников жира, тех же вот орехов, как вы озвучили, возможно, сливочного масла. Вот. И если, опять же, это каша, то обязательно с каким-то жировым компонентом. Угу. Чи правда, що вранці потрібно пити перед сніданком за півгодини 0,5 там водички, а я ще чула, що з лимоном, а я взагалі не уявляю, як можна прокинутися така голодна і відразу лимонний сік в воду. Є ще такий набір: імбир, мед і вода. Да, mm-hmm. Чи це дійсно дієві речі, чи їх треба вживати так? Смотрите, вода нужна, потому что ночью организм не останавливается, обменные процессы идут, а весь обмен веществ, он затрачивает большое количество жидкости. Поэтому утром мы просыпаемся с симптомами обезвоживания, которые не всегда можно отследить, но они, поверьте, 100% есть. Поэтому вода быть должна. Дальше уже идут мифы о том, что это за вода. Более комфортная для пищеварительного тракта действительно теплая, либо комнатная температура, не холодная. Потому что холодная будет, наоборот, спазмировать кишечник, и перед приемом пищи это не совсем рекомендуется. Да? Вот. Дальше можно ли добавлять лимон? Нужно знать, в каком состоянии ваш желудок и слизистые оболочки всего желудочно-кишечного тракта, потому что может натощак быть раздражение, что неблагоприятно. А сам по себе, ну, лимон просто кому-то так проще пить, потому что есть люди с проблемным желчным пузырем, у которых от воды натощак может быть чувство тошноты. Вот эта кислота лимона, она немножко подавляет эту тошноту, им так проще. Вот поэтому здесь тоже вопрос привычки. И по поводу имбиря, меда и вот этих всех добавок, это распространенный по интернету и среди людей миф о том, что это такой антиоксидантный коктейль, что это запускает обменные процессы, сжигает жиры. Но, по сути, давайте так, если после этого не будет следовать сбалансированный полноценный завтрак, то лучше так не делать, потому что мед – это все равно такой простой углевод, который даст скачок сахара, и далеко не всем людям, даже не имеющим проблем с весом, это показано. Поэтому лучше просто воду теплую. А чай, кава? Чай, кофе в диетологии мы рекомендуем после завтрака где-то минут через 15. Потому что после завтрака первые 15 минут активно идет расщепление, всасывание веществ, которые были съедены. И кофе, чай иногда имеют свойство это всасывание немножко подтормаживать. А наша главная цель – это не только самим поесть, но и накормить наши клетки. А для этого всасывание веществ должно быть максимально полноценным. Ще є стосовно води. Я про рідину, от як ви кажете, там за ніч організм зневоджується і все таке. А потім протягом дня рекомендовано вживати 1,5-2 літри води. Тобто це така теж, ну, важлива складова, адже організм потрібно підтримувати оцей рідинний стан, правильно? Да, да, и сейчас... 1,5-2 литра, ну, тобто це... Смотрите. Чи 8 литров треба, скільки? Смотрите, есть индивидуально высчитанная рекомендация, это 30 миллилитров на килограмм веса. То есть каждый может себе посчитать, сколько это будет. Но в среднем это действительно выходит 1,5-2 литра. Если это больше 3-4, то там, скорее всего, человек может иметь проблему с весом, и тогда на жировую ткань вот этот процент не всегда высчитывается. То есть 30 миллилитров, как говорят в диетологии, вот на здоровую сухую массу тела. Поэтому, да, 2 литра – это оптимально. Тобто, якщо я худенька така дівчина, то, в принципі, мені може і літра вистачити? Скорее всего, 1,5. Я так і знала, хотіла трішки, я якось полінуватися. Це не стосується прям тебе, мова йде взагалі для людини здорової, для дорослої людини, це орієнтовна така, як мінімум, да? Норма, можна так сказати. Да, і сейчас дуже багато спорів о том, що пить можна інтуїтивно, якщо не хочеться пить, то зачем себя насиловать. Но смотрите, организм часто функционирует в долг. Это значит, мы можем не поесть. Обстоятельства, нет желания, нет аппетита, но внутри все равно идут процессы, все равно мы теплые, да, вот то, что у нас есть температура тела, это энергозатраты. У нас работает мозг, у нас работает зрение, пищеварение, дыхание, кровообращение. Все эти процессы очень энергозатратны. И если, например, целые сутки не есть, то тело берет в долг. Откуда? Как раз из тех ценных запасов, витаминов, минеральных веществ, иногда даже начинает расщеплять собственные
ткани, и не всегда это жировая ткань, к сожалению, а часто даже мышечная. Mm-hmm. Это и есть такой процесс медленного нарушения обмена веществ, который лучше вовремя профилактировать. Поэтому если длительно период, когда покушать не получается, лучше как-то себе иметь в виду, что при любой возможности элементы необходимо восполнить. Mm-hmm. А от півтора літри води, все ж таки, я хочу повернутися, мене так тривожить. Це може бути і сік, і кава, і чай сюди входить, цих півтора літри, чи чисто вода? Так, об'ясняю. Смотрите, ми можемо випити все, але діло в тому, що наші клітки, ми от розглядаємо клітичний состав, тому що від його здоров'я залежить наше самочувствие. Да? Клітичний состав не працює з растворами. А все, що не вода, це раствор. Угу. Чай, кофе, бульйон – це вода з набором вітамінів, мінералів, якихось красящих елементів, жирів, тих же білків, якщо це суп. І для того, щоб із цього раствора отримати воду, печень повинна зробити ще такий фільтр. Очень также энергозатратный. Поэтому поставка чистой воды, вот эти полтора литра, это большая инвестиция в наше здоровье, которое лучше не игнорировать. И потребности, смотрите как, если пить не хочется, потребности все равно есть. Потребности на вот эти все затраты, которые я озвучила, на дыхание, потому что где-то процентов 15-20 жидкости у нас испаряется с дыханием. А это очень многие игнорируют, не обращают внимания. С температурой тела, причем не обязательно температура должна быть повышенная, это может быть нормальная температура, все равно идет испарение. А дальше уже выделительная система. Вот это все составляет комплекс, на що требується конкретно чиста водичка. Мої друзі дізналися, що до мене прийде в гості, до нас в гості на радіо прийде дієтолог, нутриціолог, і попросили запитати, а що робити, коли дуже хочеться чіпсів, сухариків, отаких всяких різних з хімічними такими нормальними добавками продуктів, як себе стримати, а якщо вже стримувати, можливо, є якісь інші варіанти? Разбираем. Смотрите, с точки зрения диетологии, человек может хотеть вот таких быстрых калорий, быстрых, интенсивных, имеющих интенсивный вкус продуктов, когда он попросту не наедается обычной пищей. Тогда организм будет требовать что-то такое легкое, быстрое, вкусное, чтобы восполнить недостающие вещества. Поэтому нужно такому человеку проанализировать, как я питаюсь. Как минимум, есть ли у меня завтрак, обед, ужин, и вот совмещаю ли я на тарелке вот эти все белки, жиры, углеводы. Это несложно, но становится понятно. Например, да, если я питаюсь балансированно, но мне там каждый вечер хочется чипсов, тогда мы смотрим на сторону психологии, да. Есть еще в пищевом поведении сфера большая психологическая, что продукты с ярко выраженным вкусом очень часто компенсируют дефицит эмоций, могут наоборот успокаивать при избытке неприятных каких-то ощущений, вот, могут немножко отвлекать, становиться способом расслабиться. Поэтому если питание сбалансировано, но чипсов хочется, смотрим в сторону психологии. Угу. Mm-hmm. Тобто їх взагалі краще не вживати. Ну, хорошо, вопрос такой. Если человек питается сбалансированно, у него есть достаточно веществ, чтобы периодически, да, когда эти чипсы все-таки попадают, иметь возможность их переварить качественно и не нанести себе вред. Поэтому, как какое-то пищевое разнообразие, они вполне имеют место быть, если мы не говорим про крайности. Потому что есть сейчас такая крайность, это фанатичное следование правилам правильного вот этого здорового питания, это прям орторексия. Это уже практически диагноз, который тоже не является нормой. Угу. Маємо ряд коментарів, хочу зазначити. Товариство, всім дякую, тих, хто підтримує, не злим тихим словом, і тим, хто слідкує за нашою трансляцією, Анатолій Чернишенко. Ставимо запитання, як ви і казали, і вам дякуємо за коментар, він написав наступне. Дякую за дуже корисні поради та інформацію вашій гості і організаторам цього ефіру. Будь ласка, ви ж пишіть, якщо маєте запитання, ми ж обов'язково озвучимо. Мене знову ж таки... Типу по чіпсам запитання, адже серед військових є багато, хто може зловживати фастфудом і енергетиками. Ну, енергетичними напоями, тими такими, які в таких чарівних бляшанках продаються, там, чорного кольору такого страшного. Ну, от, як це правильно спитати, наскільки це шкодить? Тобто, ми навіть не сперечаємося, що це шкідливо, але наскільки це шкодить? Знаете, давайте залякаю, вот, да, так да. бы мовити. Я не люблю запугивать, но сталкиваясь с такими же проблемами в своей практике, люди имеют отложенный неприятный эффект. То есть первое время никаких
таких симптомов может и жалоб не быть. Да, это краткосрочно повышает энергетический ресурс. Это может быть заменой, когда невозможно принять порцию, там, да, покушать обычную еду. Вот. Но если это входит в привычку, потому что я знаю по своим клиентам, это начинает подростков, да, заканчивая взрослыми людьми, которым иногда проще там, с утра выпить баночку энергетика, сесть работать, чем пойти на кухню, потратить там, 20 минут на завтрак. Вот, поэтому эта проблема распространена действительно. Она обещает и действительно дает некие эффекты вот этой мобилизации сил, но постепенно приводит к большим нагрузкам на пищеварительный тракт. Такая изношенная пищеварительная система со временем перестанет качественно переваривать и всасывать обычную еду. Здесь начинаются проблемы уже с обменом веществ. Дальше это большая нагрузка на печень. Печень – это в целом орган, который обеспечивает наше здоровье. И вот чем дольше мы сохраняем ее функционирование здоровое, тем больше человек, по сути, здоровым остается в любом возрасте. И третье – это, конечно, нагрузка в том числе на эмоциональную сферу, потому что, ну, согласитесь, энергетики без откатов на настроение, на вот эмоциональный фон, невозможно их пить. Это все равно потом упадок сил, это апатия, это нежелание что-то делать, это поднимаются какие-то негативные ощущения, поэтому все-таки... Певного рода якийсь наркотик. Да, да. То, что, как и, наверное, и кофе, и курение, и алкоголь, это то, что дает эффект здесь и сейчас, но в перспективе этот откат будет такой более вялотекущий і истощающий. От за каву, до речі, я вже місяць спробувала так, щоб не пити каву, тому що я була дуже великою прихильницею лати, чи лате, правильно, я вже і так намагаюся. Ну, лати – це така собі кава. Мені здавалося, що, не знаю, що вона мене якось забезпечує енергією. Доки мені одна людина не сказала, що кава не корисна, що це дійсно джерело тимчасової енергії, і потім організм до цього звикає і просить ще. І я подумала, чи зможу я там, спочатку тиждень, потім два, потім три, взагалі не купляти собі лати, хоча я його купляла кожного дня, хоча б раз в день я його точно пила. І вже місяць я не п'ю, але хочеться мені дізнатися, може, можна пити. И она не такая уже и погана такова. Опять же, если ваш образ жизни в целом относительно такой сбалансированный, да, здоровый, то кофе не будет иметь негативного вреда. Но вот, кстати, в отношении кофе диетологи очень затрудняются в конкретных рекомендациях. Потому что, говорят, что кофе, да, все исследования по кофе спонсируют компании, которые его производят. Вот, поэтому, к сожалению, все, что мы имеем из научных исследований, то это два лагеря. Один говорит, что кофе это тоже относительный наркотик, это вещество, которое вызывает привычку. А вот другая сторона говорит, что это прекрасный антиоксидант, если он качественный, если он свежесмолотый, правильно приготовленный, и его пьет человек без противопоказаний. Вот, поэтому здесь я бы рекомендовала от себя оттолкнуться и посмотреть, а как вы на этот кофе реагируете, да? Потому что может быть ряд таких симптомов после. Это сначала, опять же, подъем энергии, потом спад, сердцебиение, головокружение, а может вот как раз идти ухудшение настроения, такое апатичное состояние в течение дня. И вот это навязчивое желание, что хочу еще, да? Потому что есть люди, которым вот достаточно там после завтрака выпить или на перерыве стаканчика, есть те, кто пьет по 5 чашек. Поэтому здесь нужно так последить за собой, да, и принять решение, там, продолжаю я пить или не продолжаю. Угу. Слухачка наша Валерія Антонюк з Львівщини написала мені в Інстаграм до вас декілька запитань. Перше запитання. Що краще включити в раціон для дитини 4 років? І друге від неї ж запитання. Що краще з продуктів вживати, коли ти хворий на COVID-19? Напевно, це дуже хвилює Валерію якось поряд ці питання. Мало суміжні між собою стоять. Але, напевно, почнемо з дитячого все ж таки раціону. Що краще включити в раціон дитини 4 років? Да, детское питание – это очень большая... Великая наука. Да, большая наука. И специалисты, на самом деле, там должны часто иметь, если мы говорим про врача-диетолога, он должен быть еще педиатром, вот, чтобы заниматься специализированно. Но я, давайте скажу так, самая основная идея в детском питании, особенно вот в возрасте 4 лет, это то, что ребенок растет. Поэтому все вещества, все питание должно быть направлено на то, чтобы дать ему максимальное количество качественных
естественных ресурсов для того, чтобы его генетически вложенные в него возможности были реализованы. Вот, потому что часто, знаете, вот говорят, там в семье все высокие, а ребенок родился там невысокий. Или наоборот, как-то, ну, вот такие моменты. А часто это от детского питания зависит. Поэтому вот в детстве, где-то до 14-16 лет, раскрывается потенциал генетически заложенный. Там огромное количество здоровья и возможностей, да, поэтому нужно просто давать строительные элементы. Для строительства нужен качественный белок, поэтому обратите внимание на все источники животного происхождения. Если ребенок плохо кушает мясо, там, яйца, рыбу, то здесь уже находить какие-то способы, предлагать, готовить, да, какие-то кулинарные уже подходы обязательно, потому что на этих этапах бывает, да, часто ребенок говорит, ну, там, отказывается, родители не заставляют. Заставлять не нужно, но нужно искать варианты, чтобы не было дефицита белка, потому что это главный строительный элемент. Мы структурно, и дети, и взрослые, на где-то 90% твердых структур состоим из белка. А дальше это жиры. Именно за счет комбинации белков и правильных жиров ребенок гармонично растет. Плюс формируется его нервная ткань, головной мозг. А головной мозг у нас и у детей, и у взрослых состоит из жира и воды. Поэтому в детском возрасте для того, чтобы развивались умственные способности, структура мозга, очень важно качественный жир. Здесь и сливочное масло с хорошим составом, и топленое масло, и желтки, которые в яйцах, да, поэтому обязательно. Ну и, собственно, энергия, которая будет помогать строить структуры, это уже углеводная пища, какие-то каши, какие-то вот такие источники гарнира. А які ж все ж таки продукти варто включити в раціон, коли захворів на щось вірусне або на той же самий ковід? Да. А здесь история та же самая. Смотрите, вы можете подумать, что диетология такая наука сложная, большая, но я сегодня говорю исключительно про белки, жиры, углеводы. Три группы, которые связаны между собой и применяются при вот любом запросе клиента, либо вот человека, с которым мы общаемся. Любая нагрузка, в том числе вирусная, это атака, это стресс для организма, с которой нужны вещества, ресурсы для борьбы. И вот антитела, клетки иммунитета, лимфоциты, вся эта огромная система, это все клетки белковой структуры. Поэтому люди, которые сейчас там заболевают или в принципе имеют проблемы с иммунитетом, должны обратить внимание, как их рацион по белковой пище. Потому что если там есть дефициты, если они кушают там продукты животного происхождения раз в неделю, то, конечно, могут быть проблемы. Организму просто не с чего будет строить защиту. Вот. Потом это группа для иммунитета, обязательно витамины, минералы. Как раз здесь нам помогает нутрициология. И самое большое количество микровеществ встречается в зелени, в ягодах. Сейчас еще в магазинах активна заморозка. Понятное дело, что на свежие ягоды даже при возможности смотреть не всегда стоит, потому что они привезенные, они часто выращенные в искусственных условиях. А вот заморозка, она собирается в летний период в сезон и сохраняет свои свойства всю зиму. Поэтому пока она активна, можно делать из нее чаи, можно делать просто десерты какие-то, либо кушать так. И зелень, и овощи. Овощи. По поводу фруктов также, в принципе, можно добавлять. А дуже часто також дівчата особливо для волосся, для нігтів, там, ще для шкіри сяючої, собі там десь замовляють комплекси цих вітамінів, там, де дуже багато вітамінів, цинк, там, там ще щось, і комплекс такий цілий. Чи воно справді дієво, ці комплекси? Чи, можливо, можна замінити звичайними продуктами із магазинів? Так, ви зараз всі будете сміятися, але нам опять нужны білки. Это одна из тоже самых частых причин обращения вот ко мне. Это девочки, у которых там начала шелушиться кожа, выпадать волосы. И они говорят, нужны витамины. Я пошла в аптеку, купила, а волосы начали выпадать еще сильнее. Или перестали расти. Почему так происходит? Потому что волосы – это часть тела. Тело состоит из белка, как и ногти, как и кожа. И если есть нарушение качества этих структур, мы смотрим на строительный материал. А витамины и минералы – это как регуляторы реакций. И, например, смотрите, если у человека в рационе дефицит белка, не из чего строить, но он накинул себе
баночку регуляторов, усилителей реакций, то эти витамины просто могут спровоцировать еще сильнейшее выпадение, да, вместо того, чтобы что-то растить. Но когда мы балансируем рацион, добавляем материал и добавляем регуляторы, тогда мы имеем отличный эффект. Восстанавливается все, потому что у нашего организма, ну, в нас с самого рождения вложена вот эта функция стремиться к выздоровлению, стремиться к регенерации. Главное – не мешать и давать все самое необходимое из тарелки. Угу. Артем Кривохвост написав: «Армія ФМ, доброго ранку, чудового вам дня та хорошого ефіру». Я думаю, це побажання і вам, і нам. Спасибо. Якраз отак наприкінці ефіру, думаю, і вам є що побажати нашим слухачам, заодно сказати, де вас можна знайти, якщо залишились якісь індивідуальні запитання, але, можливо, хтось соромиться своїми проблемами поділитися так в коментарях, як вас знайти. Та що могли б побажати? Я в первую очередь хочу пожелать не терять надежды на лучшее, потому что сейчас действительно тяжелое время, и да, по пандемии, и по каким-то социальным факторам, и в целом по настроению общему в массах. Я повторю фразу, да, что мы все родились с огромным ресурсом, который дает нам возможность саморегулироваться, восстанавливаться и выздоравливать. Главное себе не мешать и давать эти возможности, а это зависит только от нас. Поэтому давайте правильно питаться, давайте стремиться создавать вот на своей тарелке сбалансированную ту самую порцию, которая будет давать силы, энергии и материалы для нашего хорошего самочувствия. Найти меня можно в любых соцсетях. Зовут меня Анна Антонова, я диетолог, нутрициолог и специалист по работе с пищевыми нарушениями. Свои контакты, я думаю, я оставлю вам. Mm-hmm. Вот, ну... Так, дякуємо. Я думаю, вже хто там приєднався трішки пізніше, то вже почув від самої Гани, хто ж це є, що це дієтолог і нутриціолог до нас завітав. І ми розглянули дуже багато цікавих сьогодні запитань про правильне харчування, поговорили і про здорове харчування, і про дитячий раціон, і про і різні добавки. Думаю, додати мені особисто вже немає чого, тому що я вже отримала стільки відповідей на свої особисті запитання, що я точно перегляну свій раціон, воду точно буду вже пити і трохи... Так, я подумаю над тим, щоб пити 1.5 літра, бо я 100% стільки не п'ю за день. Друзі, ми ж з Сергієм Жуковським, з яким ми сьогодні проводимо ранкову каву для вас, та я, Наталія Шмарко, хочемо побажати вам також здорового та гарного настрою, слідкуйте за своїм здоров'ям, бережіть один одного. І найголовніше, дякуємо, що слухаєте Армія ФМ. Безумовно, погоджуюся і підтримую. Вам дякуємо за те, що завітали до нас у гості. Всім, хто активно долучився до нашої трансляції у Фейсбуці, величезне спасибі. Пишіть, коментуйте, слухайте і дізнавайтеся важливу інформацію. Ця вся наша розмова, звісно, що буде на нашому сайті armiafm.com.ua. Так що слідкуйте за всіма нашими оновленнями. Ну і на цьому слові, бувайте здорові!